честном бою ранены они за мечту свою, за любовь свою. Ты идешь обиду затая, но в небе синим синим снегири летают. Тает как мираж мечта твоя. Повторяют губы, как приду, больше не приду, больше не приду, больше не приду. Снегири улетят, ты не поймаешь, снегири, нигири, не замолишь, не заплачешь. И мечты такие улетят, ты не поймаешь, снегири, нигири, ты же знаешь, ты же знаешь. Ты не поймаешь, снегири, нигири, не замолишь, не заплачешь. И мечты такие улетят, ты не поймаешь, снегири, нигири, ты же знаешь, ты же знаешь, знаешь, ты же знаешь, знаешь, ты же знаешь. Он пришел навстречу для того, чтобы посмеяться над тобой. Почему? Правда не похожа на мечту. Но неправду он сказал тебе, будто на земле больше нет любви, больше нет любви. Ты не поймаешь, снегири, нигири, не замолишь, не заплачешь. И мечты такие улетят. Ты не поймаешь, снегири, нигири, ты же знаешь, ты же знаешь. Снегири улетят. Ты не поймаешь, снегири, нигири, не замолишь, не заплачешь. И мечты такие улетят. Ты не поймаешь, снегири, нигири, ты же знаешь, ты же знаешь, знаешь, ты же знаешь, знаешь, ты. Знаешь, скоро весна. Снегири, нигири улетают, тают, тают. 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 Снегири, нигири улетают, тают. Снегири, нигири, не замолишь, не заплачешь. И мечты такие улетят. Ты не поймаешь, снегири, нигири, ты же знаешь, ты же знаешь, знаешь, ты же знаешь, знаешь, ты же знаешь. Знаешь, скоро весна. На самом деле замучились, замучились. Почувствовал, что такое армия по-настоящему. Первый раз одел форму спецназа. Вот я когда одел, вы знаете, я это одел, вот ощущение внутреннее мои, я выпрямился сразу, расправил все свои, значит, всю свою грудь расправил. Значит, когда взял автомат, у меня, знаешь, появилось какое-то вот ощущение такого, знаешь, вот настоящего мужского превосходства вообще над миром. То есть, оказывается, это какой-то, это есть что-то, да, такое? Да, в форме, форме есть. Так почетно себя вот чувствуешь. А у меня же была рыхлая форма, у меня же такие, как просто не обмотался. Тебя Митрофанов облил водой, ты 6 часов выходил, орал, где холодно, спасите. Холодно, конечно, было холодно. Стою, значит, перед камерой, уже в этом белом. Он говорит, что-то он чистенький. Я говорю, ну что же делать-то? Он говорит, иди сюда. Я встал, закрой лицо руками. Я закрыл лицо руками. Ничего не А рядом у ног как была огромная лужа. Я закрыл лицо руками, он бдыщ по луже. И у меня, значит, вся лужа, значит, на меня. О, говорит, теперь нормально, теперь можно дальше снимать.
У меня, как если вы в самом начале клипа, за моей спиной раздается взрыв оглушительный, самый натуральный, и там были все меры предосторожности приняты. Стояла скорая помощь практически рядом, потому что действительно был такой рискованный момент, потому что могло разнести стену, в натуре там могло разнести стену. И когда, я тоже говорю, а как мне реагировать, потому что актерская же надо там испугаться что-то. Не волнуйся, говорит, шибанет так, мало не покажется. И действительно грохнуло так, что я в натуре шуганулся. То есть я действительно испугался, а мы, снимая этот фильм, вот на эту самую камеру, оператор, находясь в 10-15 метров, от страха выронил камеру, нажал кнопку стоп, потому что действительно был совершенно ужасный взрыв. А Киря, когда огнеметом сзади шибали тоже, а Киря бежал на месте. Сначала он бежал, улыбался. Ему Митрофан, в рожу давай, лицо сделай. А Киря не понимает. Вдруг начали пулять огнем. Киря повернулся и испугался. И Митрофан, в рожу Киря, на месте. Ну, получилось достоверно. Мы все простудились, страшно простудились. Заработали ангину. У Андрея была тоже температура по 39 на следующий день. У Олега тоже. Отказали почки. Да, я как бы более оказался устойчивым к температуре. А у меня вообще была жуткая проблема. У меня две ноги до сих пор даже болят. Порвал связки, а мы даже были на носилках. Бегать, носить Олега, как будто выносить его, значит, раненого. Какая у тебя там неподдельная боль, когда ты... Да, вот. И, короче говоря, а там же зажгли машину, значит, остов машины, и мы должны были несколько дублей снять. И пока она горела, мы, значит, с Кири Олега несем, только, значит, пронесли нужное расстояние, сразу быстро назад, опять еще раз. Олежка выскакивает с носилок, бежим обратно, он сразу туда падает. Мы опять, а Киря выбрал самое ужасное место, где бежать. Там огромная лужа, действительно, по колено. Я все время бежал, орал, Киря, лужа, входи. А Кирилл по барабану, разумеется. И он по этой луже. И ягельно стрясется. Я накачался, жутко. У меня там бицепсы вот такие были, сейчас опять сдулись. Нам с Андреем дали костюмы спецназовцев. Современные костюмы нашего времени. Олега и медсестру, которая его как бы спасает от гибели, отдали костюмы 41-го года. То есть полное несовмещение было. То есть как бы там каски такие. Самая фишка была в том, что у медсестры она бегала на каблах. Она бегала на таких модных каблучках. Да. По снегу, по грязи, значит, носилками, с аптечкой, в каске действительно военной. И на таких приличных туфельках. Вот этот момент я отметил. Действительно, Олежку ранят в спину, а мотают голову. Типа, простудился. Да. Еще было забавно. У меня же там взрыв. А как бы я думаю, боже мой, как же будет взрывать-то? Это же нужно как-то отыграть, то, что там все-таки больно, да еще. Мне, значит, я пришел, мне, значит, сюда прилепили такой маленький пакетик с какой-то жидкостью сзади. Пакетик пропустили под одеждой, брючину прям вот туда, шнур такой, толстый шнур. Я говорю, что делать, говорю, когда взрыв-то, как нажимать. Вообще это все, как все это играть? Он говорит, нормально все, говорит, ты, говорит, не задумывайся. Я, значит, бегу, шнур за мной тянется, и вдруг взрыв, у меня контузия, звенит в ушах, мотаюсь, и вот настолько, правда, у меня такой неподдельный ужас вообще в клипе. Я смотрю, думаю, боже мой, вот это вот солдат, это спецназовец, это такой кролик. Потом еще были приколы, когда мы снимали вот, сборы в армию, проводы в армию, мы снимали Матвиенко на даче. Вот, и на самом деле мы его объели. Мы его в конечном итоге объели, потому что огромное количество сделали пельменей, вареников с грибами. Я вот ел, вот если даже человек будет сыт вот от пуза, все равно он съест вот штук 15 точно. Вот, и мы просто объели весь дом. Когда первый раз я посмотрел этот клип, после того, как ребята его посмотрели раз по 10, вот, у меня затаилась такая скупая слеза. Думаю, господи, как тяжело. Прощание, расставание, там... Засняли сестру Андрея, нашу костюмер, которая обнимает, он говорит, Андрюша, возвращайся, пожалуйста, живой. Да, и поклонники наши снимались, то есть не какие-то модельки там, не какие-то модельки, а настоящие фанаточки наши, девчонки, которые вот так вот тусовались и потом подружились, конечно. А мне было совершенно искренне грустно, вот когда там есть кадр, где я лежу на диване, что-то меня все бросили, я там прикорнул вообще, мне правда было, мне действительно было грустно, мне как бы передалось...
Ощущение того, что действительно я куда-то уезжаю, очень надолго, и может, не вернусь. Одну сцену, когда Олег лежит на койке, снимали в 15-й городской больнице. Я лежу на постели, а мне действительно прикрепили этот бич, который сердце, да, измеряет. Да. А режиссер Митрофан говорит, я, говорит, специально, говорит, смотрел на учащение пульса, когда тебя целовали. Было? Было. О, очень жаль, что все закончилось. На самом деле ничего не закончилось, потому что через два дня уже состоялась презентация нашего нового альбома. Об этом я буду кричать всю ночь. Вот такая вот история. Жизнь продолжается. Снегири, на самом деле, самая попсовая, наверное, песня в этом альбоме, потому что, в принципе, если говорить вообще о концепции альбома, я об этом буду включать в ночь, она значительно серьезнее, она значительно взрослее, она гораздо глубже в философском понимании вообще. И мне кажется, что вот те полтора года, которые ждали альбом, мы сами как бы выросли на эти полтора года, выросли наши поклонницы и немножко стали серьезнее песни. Знаешь, скоро весна. Два бездонных океана глаз. Снимали в Израиле. Море, солнце, вода. Наши девчоночки красивенькие с России. Все было хорошо. Отдыхали, пели, веселились. Было очень здорово. Два бездонных океана глаз, океана глаз, океана глаз. Два бездонных океана глаз, океана глаз, океана глаз. Два бездонных океана глаз.
океана глаз, океана глаз, океана глаз. Два бездомных океана глаз, океана глаз, океана глаз. А это уже наш концерт в Северном Бутово и открытие нового магазина-супермаркета. Потрясающее зрелище. Тысяч, наверное, если не ошибиться, 20. Дело в том, что сначала должен концерт происходить в самом магазине, но когда пришло действительно огромное количество народу, организаторы решили перенести это на улицу и правильно сделали. По-моему, это фантастическое зрелище. Ура! Come on, everybody! Чучки свои строгие, простой пробор. Зачесываешь волосы, а я бы их все разукрасил розами. Ты ждешь любви, но не хватает опыта. Пять дней бежишь с учебы на работу. Ты пойди со мной, могла на дискотеку бы. Но вот беда, все некогда, да некогда. Я очень ждали, что такое будет, что столько народу придет. Было, ну, я не буду врать, но было, наверное, 1015. Очень, очень приятно. Все зависит от зрителей, от слушателей. Я с сегодняшнего дня абсолютно счастливый человек, как всегда. Ну подари сейчас, он тут посмотрит. Ну подари ему костюм, я тебе говорю, подари костюм. Пока. А это вот так выражается любовь наших поклонниц и фанатов. Видите, какая встреча, боже мой. Я не помню, где-то концерт, но вот как они встречают, каждый раз что-то дарят, игрушечки, цветочки. Спасибо. Вы знаете, на самом деле, наши поклонницы, по-моему, самые преданные из всех. Появилось после этого уже достаточное количество новых групп, но нас по-прежнему любят и не изменяют. Соскучились? Спасибо. Мы тоже соскучились по городу, по Байкалу. Девчонки, по вам. Аленки! Thank you.
Девчонки, мы вас уважаем. Иногда, правда, боимся, но очень сильно любим. Клип снимался в городе Королёв, и когда мы приехали на это самое дивное минное поле, никто не ожидал из жителей, что приедут Иванушки. Собралась огромная толпа, все прикалывались, веселились, а мы настроение испортили только огородникам, чье поле было затоптано начисто. Зачем вы, девочки, любите белобрысы, когда
чем хорошие ночами вы не спите. Одни беда, одна беда. Одна беда. Давно ничего не было новенького, поэтому мы решили записать и выпустить новый клип. Мы поехали в Питер. Спасибо.
ходило 4 часа за 2 дня. Не было даже времени остановиться в гостинице. И после вокзала мы, естественно, сразу поехали на съемочную площадку. Буквально с корабля на бал, с поезда приехали на Ледовый дворец для нашей съемки. Как всегда, нас никто не встретил, как всегда мы не знали, куда ехать. Как всегда, никто вообще понятия не имел, что здесь снимается какой-то клип. Ужас. Режиссера нет. Режиссер проспал. Съемочная группа распалась, а Сачи задержался в Москве. Стабильных полчаса, как это обычно делается, мы провели около машины в ожидании какого-то хоть человека из съемочной группы. Когда он наконец появился, уже началось какое-то действие. Я шучу. Да, так получилось, что очередной клип на песню «Беги-беги» мы снимали опять же в Питере, опять же с Игорем, с Олегом Гусевым и Максом Осадчевым. Олег Гусев, огромное вам спасибо за то, что вы снимаете для нас самые лучшие клипы. Спасибо за «Тополиное ухо», за «Где-то», за «Тучи». И я надеюсь, что у нас получилось и получится работа, которая называется «Беги». Океана глаз. У нас было 2 съемочных объекта, то есть 2 места, где мы снимали этот клип. Первый день мы снимали на крыше спорткомплекса, который отстроил, по-моему, мэр Петербурга Яковлев, мой однофамилец, где продула наша сборная в хоккее совершенно позорно. Извините, конечно. Но! У нас поместили на 5 или 6-метровую высоту. Стали на высоте 5-6 метров, был очень сильный ветер, свитер был очень, знаете, такой крупная вязка, и нас продувало просто насквозь. Но мы выдержали, употребив 50 грамм коньяку. Да? Пить здоровье вредить. Да, а так бы заболели. Ну что, по-моему, нормально. Зрителей есть мало, правда, мало, потому что, видать, еще рабочее время еще. Рабочее, да. Еще 25-го, поэтому я думаю, что к 7 подтянутся. Мы немножечко сейчас им скинуться по 100 рублей, по рубчику. Мы концертик организуем, а такой, чисто на дорогу, чтобы отработать. Да? Я думаю, что все будет нормально. Помашите камере, пожалуйста, все! Вот! Эй! Супер, спасибо!
Это было на крыше. И вот я страшно боялся высоты. Мне все время тянуло вот вниз. А все-таки там, наверное, была высота 3-4 этажа. А внизу, кроме бетона и рельс, по которым катается камера, ничего не было. Если бы не телевидение, то сказал бы, как это страшно, и что со мной случилось. Метров 5 точно, метров 5. Вот я помню, мы были под трешом, там вышка была 3 метра, уже много. А тут пятерочка. Вот если тут упасть, тут воды внизу нет. Четырьмя костями упасть. И копчик уйдет в голову. Будем хорошо себя вести, нальют воды. Местные добрые питерцы. Зажали в воду. Зажали матрасы. А на второй день мы снимали напротив гостиницы Прибалтийская на Финском заливе. И вот там как раз ждали и солнышко, и каких-то специальных тучек, которых должно подсветить солнце. В этом клипе была очень хорошая модель, новая модель BMW. Снималась девочка, модель. Новая она, модель бывшая BMW. Да, двухместная BMW. Девочка двухместная. Девочка снимала, значит. Я на самом деле не очень понял, что там должно получиться, но как бы там были какие-то люди в каких-то белых там, каких-то радиоактивных каких-то робах. Была какая-то совершенно новая машина, бэмбушка какая-то, притащили из салона и с нее пылинки там сдували. Главной проблемой, которая была у нас, и проблемой практически неразрешимой в течение одного дня, это была элементарная погода. Гроза идет. Там гроза идет, сейчас зальет, там ливень. Можно в павильоне снимать сколько угодно, но когда ты выступаешь на свежем воздухе, записываешь видеоклип на свежем воздухе, от тебя практически уже ничего не зависит. Главное, все от того, что творится вокруг. И вот нам не повезло вот с этой самой погодой. Шел дождь. Когда была плохая погода, мы отсиживались в автобусе, кушали всякие сосисочки студенческие, рассказывали, разумеется, анекдоты. Постоянно, практически весь день провели в автобусе и ждали погоды. Ну, говорят, на самом деле, как говорят, когда в дорогу дождь, и когда какое-то дело начинаешь, когда начинает идти дождь или снег, то это к удаче и это хорошо. Так что мы не очень расстроились, а просто терпеливо ждали. Но все, что не делается, все к лучшему. На следующий день было замечательно, совершенно фантастическое небо. Мы управились еще до захода солнца. Клип состоялся, клип был снят. Мы по-настоящему счастливыми, по-настоящему довольными, по-настоящему еще, что немаловажно, удовлетворенными от творческой деятельности, поехали в Москву. Пока. Мы действительно очень часто об этом говорим. Мы боимся потерять детство, ощущение юности, молодости. Я действительно себя не представляю в 40 лет выходящим на сцену и поющим под фонограмму. Я себе честно не представляю себя. Если будет хороший материал музыкальный, с которым не будет стыдно выходить на сцену, понимаешь, потому что плясать в 30 лет, скакать, это уже, извините, смешно. Мне кажется, Иванушки могут работать абсолютно долго и вечно. Потому что, чтобы не случилось, мне кажется, что мы в какой-то мере заработали маленькую народную любовь и внимание.
На нашем концерте в Хабаровске, и я почему-то решила, что хочется, так сказать, вас лично отблагодарить. Большое спасибо, что вы приехали, не оставили внимания в наш город, хоть он такой маленький, почти что провинциальный. Спасибо, что вы приехали. Вы, ребята, все молодцы. Вы чудесно, вообще великолепно смотрите, когда вы вместе, хотя вы все такие разные. Но вы мне просто очаровали.